вроде бы как бы Новый год такой огромный праздник, хочется, конечно, веселья, хочется, чтобы было все красиво. Вот мы со сменщицей каждый год наряжаем свой троллейбус. Ну как долго? Долго не по времени, конечно, это все недолго, но желание есть и есть возможность. Угу. Ну сколько времени потратили? Ну буквально вчера один вечер все. А где брали все вот это вот? Ну у нас как оставалось бы с прошлых годов уже что-то, и что-то мы докупали. В общем, не особо много у нас это все вышло. В основном все так аккуратненько, мы сохраняемся с прошлого года. А почему все-таки? Для себя, для поса, для чего? Ну и самим приятно, конечно, хочется народу сделать тоже приятно. Все-таки праздник есть праздник. Очень радует. Красиво, и настроение стало лучше. Да? Новогоднее, предновогоднее. А вообще впервые едете в таком троллейбусе? Впервые. Красиво очень, молодцы. А кто это все сделал? Сотрудники. Парка? Водители. Троллейбусного. Да. Молодцы, очень красиво. Хорошо, я даже такой красоты больше нигде не видела, даже в магазинах. Да? Очень красиво. Вот расскажите, приятно ехать в таком троллейбусе, если да, чего? Ну, конечно, интерес того, что он наряжен. Понятно то, что красиво, создает какое-то впечатление, приближение Нового года, еще что-то. Впервые такое видится. Хотелось бы от лица нашего предприятия поздравить всех гостей и жителей нашего города с наступающим Новым годом, пожелать хорошей удачи в Новом году, доброты, тепла и хорошего же настроения. Всех с Новым годом!